Привет, друзья! Я Макс, и это канал о Майкере. Прямо сейчас я расскажу вам про невероятно функциональный смеситель Takamatsu S3 в одном с вытяжным шлангом. Начнем с комплектации. В коробке помимо смесителя вы найдете инструкцию по установке и эксплуатации, все крепления, шланги и соединения, которые понадобятся вам для установки, а также салфетку для поддержания смесителя в чистоте. Кстати, в подключении смесителей 3 в 1 нет ничего сложного. Посмотрите нашу видеоинструкцию, ссылка в описании. Takamatsu S – латунный смеситель в современном стиле. Это модель в конфигурации 3 в 1, потому что смеситель выполняет сразу три функции. Первая, разумеется, подача водопроводной воды, температура и напор которой регулируется правой ручкой. Вторая – подача фильтрованной воды, которая включается с помощью отдельной ручки слева. При этом питьевая вода протекает по отдельной трубке внутри смесителя и подается только в центре излива, не смешиваясь с водопроводной. И третье – это вытяжной шланг длиной до 40 см, который значительно повышает возможности процесса мытья, чтобы с легкостью и комфортом помыть овощи и фрукты, посуду в труднодоступных местах или чтобы набрать фильтрованную воду в высокие емкости. Инженеры Amaikiri досконально продумали эргономику. Если просто отпустить шланг, он вернется на место. Это возможно благодаря простому решению в виде груза, подвешенного на шланге внизу. На момент записи этого ролика Takamatsu S представлен в двух цветах – классическая нержавеющая сталь и графит. Также скоро будут доступны цвета светлое золото и Pure White. Вы только посмотрите, как Takamatsu S выглядит в интерьере. Он идеально подходит как большим, так и компактным мойкам. Конечно же, самый подходящий аксессуар к любому смесителю – дозатор для моющего средства OM02. Который идеально сочетается по стилю и цвету. На этом у меня все. Делитесь своим мнением о смесителе в комментариях и задавайте вопросы. На все мы, конечно же, ответим. А также предлагайте темы для новых обзоров, если хотите узнать о чем-то конкретном из нашего богатого ассортимента. До новых встреч! Увидимся на канале Amaikiri. Пока!